Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На мне надет поварской колпак, который пригодится нам для приготовления особенного ужина, сделанного, конечно, моей дочкой Соней. А собрались мы сегодня, чтобы... Дело в том, что мы очень любим сочинять всякие песни, баллады, романсы, посвященные нашему сыночку, нашему братику Пете. И вот одну из этих баллад мы сегодня с вами исполним. Она про сицилианский ужин. Пожалуйста, маэстро. Петя сварил макарон. Петя сварил макароны. Петя сварил макароны. Петя сварил макароны. Но не съел. Спасибо за внимание. Мы сделаем еще. Пока. Спасибо за макароны.